Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Станислав, это канал Флай Позитивный. Это у нас прохождение игры The Saboteur, у нас уже, ребята, шестая серия. И вы видите, что я пытаюсь делать, просто нахрен взорвал машину. А сам же капиталкировался. Так, мы приехали к люку, наше выполнять задание. Так, это надо будет зайти в этот, как ее там, блин, лявилет. Так, что там еще взорвалось? Что-то там взрывать, ребят, я просто хотел трюк сделать, ну у меня получилось, хоть живой остался. Можно было фашиста врезаться, было вообще песня. Или кого-то еще врезаться там. Диверсию устроить. Машину я заминировал, специально так делал. Ладно, ребят, давайте посмотрим, что там за задание будет. От главного героя Шон. Кто не забыл еще. Шестая серия у нас. Да, шестая. Если я не ошибаюсь, шестая. Так. Да куда ты пошел, Шон, блин? Я не ту кнопку нажал, да? Сейчас на секундочку назад. Тыкай не туда. Так, шестая, да, шестая. Вроде бы шестая, как так, ладно. Так, ты у нас продавец оружия. А, вот. Ты знаешь, что мышка, конечно, плохо работает здесь. Медленно слишком вот или. Кстати, вот эти петушок, это же футбольная команда, я забыл, как она называется. Это футбольная команда их, французская. Блин, чё оно такое липкое, блин. Опять, подожди секундочку. Так, ребят, поднастроили, все, подходим уже, давай. Люк, что там ты хотел? Скажи мне, шо, какой он вкус в твоей первой месте? Лучше, чем виски. Хотя нет. Как насчет парочку новых собутыльников? Ты о ком? Ага. Немцы держат неподалеку пленных. Ветеранов иностранного легиона. Опасные ребята. Что делать? Их лидер некто Краше. Завоюем его доверие, остальные последуют за нами. Хочешь, чтобы я организовал им побег, а ты смог бы их взять под свое крылышко? Это будет проблемой. Я привык убираться оттуда. Пробраться туда будет расплюнуть. Ага, точно. Хорошо, свобода или смерть. Так, иди к камерам. Вот такое наше задание, будем кого-то спасать. Ну ладно, давайте. Наше сопротивление здесь, флаг повесили. Так, это... А, оно двигается, я думал, прозрачное. Так, что ты тут нас убираешь? Ладненько убирай, тут кто-то настраивает радиочастоты. Тут просто кто-то курит даже. Кто-то торгуется, а мы идем на задание. У нас свои проблемы есть. Так, выходим. Так, ехать далеко, наверное, будем. Я не знаю, посмотрим. Сейчас, если далеко ехать, то мне придется все это вырезать. Так, контрольная точка, спасибо. Кстати, эти стены надо будет как-то разрушить, чтобы я мог быстрее выйти. Так, а у меня есть же, по-моему. Я так не взорву. Подождите секундочку. А гранаты нельзя тут взорвать, эту стену? Где-то здесь можно разломать, я знаю так. Но мне придется танком как-то попробовать. Динамит тоже, наверное, не поможет. Поэтому, ребят, нам ехать далеко. Сейчас я гляну по карте. Так, карта. По-моему, далеко, если я помню так. А, вижу. Так. Ого, это надо ехать в черно-белый район. Черно-белый. Так, это Марье Пале-Рояль-Ле-Аль. Понятно. Через канал. Понятно. Хорошо, давайте берем нашу машину, то, что у нас там есть. Это самая первая машина, которую я уже разбил. Надеюсь, ее можно взять. Можно ее взять? Ищешь новую машину. Черт побери. А мне что, деньги я чтобы их тратить, блин. Я сейчас, конечно, бы угнал, блин, тут Арвора, блин. Аврора, во. Хорошо, давайте я угоню лучше машину. Сейчас первую попавшуюся машинку возьмем и поедем. Ребят, мы, походу, добрались. Здесь находится эта тюрьма. Я по пути уничтожу пару громкоговорителей. Вот еще блин, один скачет. Хорошо охраняет. Возможно, лучше всего будет подойти тихо. Да, тихо говоришь. Ну не знаю. Ой, так придется форму. Давайте лучше форму раздобудем. У фашистов. Так, кого бы взять форму? Так, есть тут вышка где-то рядом. Ты тут везде, блин, тут огорожен. Ой, вон там вышка есть, и вон вышка. И вышку заодно уничтожим. Ребят, мы, походу, добрались. Здесь находится эта тюрьма. Я по пути уничтожу пару громкоговорителей. Вот еще один скачет. Хорошо охраняет. Возможно, лучше всего будет подойти тихо. Да, тихо говоришь. Ну не знаю. Ой, так придется форму. Давайте лучше форму раздобудем. У фашистов. Так, кого бы взять форму? Так, есть тут вышка где-то рядом. Ты тут везде, блин, тут огорожен. Ой, вон там вышка есть, и вон вышка. И вышку заодно уничтожим. Кстати, а, вот здесь можно стоять. Тут не за. Тут можно проехать. Тут территория не закрыта. Поэтому я сюда заеду. Заберусь на вышку. Заберу форму и все уничтожу это. И внимание отключу, а шо. Так, забираем сейчас. Забираемся на вышку, точнее. Смотрим заодно. Так, когда территория вот эта.
Вон там еще снайперы, вон генерал ходит. Так, вот эти клетки надо будет как-то подкрывать. Поэтому спускаемся, Шон. И заодно взрываем этот, ну, как бы вот эту вышку. Нам она уже не надо. Так, ставим гранату. Точнее, динамит. Ставим, пока никто не видит. Все, убираем. Следы заметаем, так сказать. Отвлекаем внимание. Но я так раньше действовал, я так помню. Так, садимся в машину, пока она там бомбанет. Где она, кстати? А, сейчас бомбанет. Отлично, сваливаем. Так, уничтожили башню. Сами разворачиваемся спокойно. На свои дела. На свои задания. Так, еще вышки. Ну, ладно, я не буду их трогать. Нам надо как-то сюда будет проникнуть. Как бы это по-тихому сделать, я пока не представляю. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, вышки. Эти вышки тоже уничтожать. Они рядышком стоять. Сейчас попробуем. Там еще вон прожекторы стоять, я вижу. Давайте, пока у нас есть динамит, тут одну вышку я взорву. Это немного денежек подзаробим. Меньше палить нас будет. Так, вот видите, что происходит. Сейчас бомбанет и нас палить перестанет. Так. Чувак, тебе не повезло. Явно не повезло. Отлично. Плюс 50. Так, он ляпнулся, это хорошо. Так, эти что-то не очень сильно палят. А хотя не, он и заметит, что-то происходит там. А мы будем как-то пробовать пройти. Сейчас идем туда. Там генерал, конечно, так хреново. Я бы сейчас перемочил, но я не знаю. Тут нельзя слишком шуметь. Поэтому аккуратно придется. Я бы их перебил. Но это невыгодно совсем. Вот этот генерал, который нет. Так, эту клетку я открою. Давай открывать. Со мной запалит, я знаю. Ты еще кто, черт возьми? Я уж билет на свободу. Ошли. Так, надо, ладно, валим. О, не валим, а перестрелим. Быстро и бесшумно. Так, я бесшумно. Так, давайте быстренько будем освобождать. Так, небо и автомат, ребят. Так, не годится, подождите. Давайте быстренько свалим чуть-чуть. Да вали, вали, черт побери тебя. Так, чувак, ты на снайпер, да? Так, не стреляй. Отлично, давайте на вышку. Хотя на вышку не, на вышку не пойдет. Черт, 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 черт. Так, еще вышка, там еще вышка, блин, ты пиздец. Ох, блин, сейчас надо что-то будет делать с этим. Ты, блин, автомата нет, вот это жалко очень, сейчас придется как-то... Так, тревогу можно там... А, не, нельзя тревогу выключить. А, вот тебе, чувак, автомат. Я, наверное, заберу. Прицел ты. Отлично. Я заберу твой автомат. Это мне будет выгоднее. Так, все, отлично. Так. Палит, палит, ну ладно. Так, он и начал уже по радио, говорит, сейчас приеду, блин, короче. Так, сейчас быстренько их перевалим. Потом будем валить как-то. Да попади ты мне, блин. Он там спрятался, этот генерал, блин. Черт побери, я убью еще не возьму. Так, 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 так. Ой, там машина прыгнула, блин. Подлетела прям. Сейчас, все, ребят. О, тут что-то крикнуло. Так, открываем. Ребята, валите пока на свободу. Вас не расстреляют. Я вас спасу, короче. Так. Все осталось в камере. Так, эти снайперы тоже надо. Да, блин, возьми. Так, винтовку бери лучше, чтобы попасть. Так. Где еще вышка была? Так, где он палит? А, вот. Снайпера. Отлично. Так, 4 патрона шли. Так, ребят, о, молодцы, молодцы. Вот это вы правильно делаете. Стреляйте. Я вас освобождаю, а вы благодарите за меня. Закрыли. Так, ладно, давай. Тебя открываю. Давайте, грузите свои задницы. Еще, 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 еще. Так, французский солдат. Хорошо, еще осталось. Сейчас свалите, подождите. Кто там еще стреляет? Вон там еще, конечно. Этих тоже надо будет поубирать. Чтоб не было потом нормально. Так, они меня не видят. Патроны кончают. Да, блин, просадка даже идет. Отлично. Блин, не лагай, не лагай, черт поберите. Так. Открываем и валим. Так, открывай. Замечательно. Все, ребята. Дадим жару ублюдкам. Так, что еще надо? Унесли ноги от нациста. О, отлично, все, ребят. Так, выбегаем как-то отсюда, берем нашу машину.
Так, тревога номер два, тревога номер два. Так, что-то стреляет меня там. Косой, конечно. Косой, блин, с этим прицелом что. На, держи. Все, валим. Все, поехали, ребят. Теперь надо как-то будет свалить. Я даже не знаю, как я буду это делать. Там еще едут. Все, поехали, разворачивай, корыто. Корыто, корыто. Так, давай, едем, 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 все. Все, ребят, давайте я поставлю на паузу, потому что я не знаю, сколько я буду отрываться от них. Наверное, долго. Да-да-да, встретимся. Что будет делать? Технологии против ирландского разрушения. Здесь у тебя гранаты бросать, собрав какие-то. Так, здесь спрятаться нельзя нигде. Тут где-то спрятаться нельзя. Если я сейчас попробую. Так, где-то спрятаться нельзя. Так, вы тут не летать, блин, что тут люди начали летать? Какие-то глюки происходят, колоссально. Так, а, я может сейчас свалю, подождите. А, все, ребят. Плюс 100, отлично. Миссия завершена, ребят. Выполняем миссию, даже не очень, даже так. И долго, даже быстро. Замечательно. Так, от Люка опять задание наше. Сегодня от Люка, вчера было от Сантоса. Какие-то глюки, конечно, происходят во время видео. Было заметно. Так, мне надо где-то будет патроны раздобыть. Чтобы их не тратить. Так, тут есть вышка какая-то. А, вон, снайпер тут сидит. Снайпер. Как тебе залезть? Так, здесь можно как-то залезть. Сейчас к нему быстренько залезем. И поедем к Люку уже. А, и заодно их форму заберем, точно. Вот, отлично. Так, там едут немцы. Походу, мою машину заметили. А, не, еду дальше. Ну ладно, встретимся уже возле Люка. Так, ребята, мы приехали. Машина та же самая, не поменялась. Вся в пулях. Но зато будет новая машина в гараже, и то хорошо. Поэтому мы сейчас оставляем. Лови, чувак. Это новая машина моя. Так, я ее в гараже припарковал. Вроде припарковал. Так, там что-то упало. Так, я ее вроде бы оставил. Как там надо? Не собрано, а как ее поставить? Я уже забыл, как машину оставлять в своем гараже. Вот я приехал. Аккуратненько стал. Предположим. А, взять новый автомобиль. Отлично, все. Карина Классик. Классический автомобиль. Хорошо, ребята, берем наше задание от Люка. Который мы надо. Так, там патрончики, может быть. Поэтому, ребят, я проверю. Так, не, я не буду палиться, поэтому сейчас... Так, ногой. Вот, отлично. Вот еще винтовка у меня какая. В принципе, такая же самая. Наверное, получше чуть будет. Так, хорошо, пускай будет. Тут 50 патронов, тем более. Так, хай будет. Будем охотиться. Тут же животные еще есть. Ну, не так же много животных, но можно поохотиться. Есть такое. Ну, мы охотиться сейчас не будем. Наше задание. Хочется, тут, в принципе, не надо, как бы по сюжетной линии, но ну, можно залить. Все сделано. Да, скажешь, еще одно задание заодно и возьмешь. Так, патрончиков ко мне не надо. Сам раздобулю, да? Так. Отлично сработано, друг мой. Сопротивление набирает силу с каждым днем. Наши патриоты полны желания сражаться и готовы дать отпор нацистам. Да здравствует Франция. Это здорово, но когда в нас полетят пули, нужно будет что-то посильнее слоганов. Наши люди готовы сражаться по вашей команде. С сегодняшнего дня они придут по первому твоему зову. О, а, поняв тебя. Подмога. Ф3, хорошо, запомним. Поняв тебя. Так, давайте, ребята. Ага, значит, все, задания у тебя нету. Зато я могу теперь вызывать себе машину и помощь. Это очень замечательно. Здесь есть задание какого-то чувака. Ле Кроша, что ты мне предложишь, Ле Кроша? Есть еще задание от... О, Веронику, давайте от Вероники возьмем. Она тем более по сюжету. Вы вернули Люка к жизни, он в долгу перед вами. Нет, это горожане в долгу у Люка. Похоже, ты им сильно восхищен. Он выдающийся человек. Его имя известно всему Парижу. Люди называют его героем Лавилет. Люк герой, а я его водитель. Не, вообще-то что он герой, главный герой? Что ты путаешь, Вероника? Я обещала Люку доставить ее посылку. Какую посылку? Будешь на денег моим шофером. Окей, давай. Тем более, ну, хочешь прокатиться со мной? Вы здесь. Отлично. Встретимся. Потом она заплатишь. Я задание. Я скажу, чем заплатить. Так, специальная доставочка. Залезай в машину. Хорошо, машина на улице, что ли, находится, не здесь же. Так, машина. Значит, с Вероникой куда сидим? Или сами поедем? Что сейчас разберемся? Сейчас разберемся. Так, залезай в машину. Блин, тут надо реально... этот пакет. Пакет. Нам понадобится машина. Окей. А, ты со мной? Отлично. Так, я стену потом, ну, как бы взорву.
Сейчас танка я не буду искать, чтобы это разбить. Просто тратить. Так, машина вот эта моя, что ли? Или возьмем? Ну ладно, давайте возьмем мою машину. Корина Классик, Корина Люкс. Ты чем разница? Ну, наверное, получше. Так, давайте возьмем пока это. Тем более, она в нормальном состоянии. Даже уже перекрасили. Более такая нормальная. Подойдет. Садись, дорогая. Дорогуша, куда едем? Что за посылочка и что делать будем? Спасибо за поездку. Я их Люка тоже. А кто такой Люк? Он настолько известен? До войны Люк был одним из самых популярных писателей во Франции. А, вот. Ничего страшного, не такой уж сильный был удар. Нацисты запретили его книги, сожгли их и конфисковали всю жизнь. А, понял. Люк остался нищим. Подумаешь. Он ненавидит за это. Люком движет ненависть. Он сражается потому, что любит эту страну. Все, договорили. Я не буду больше ничего говорить. В том, что ехать, наверное, далеко, придется все вырезать. Здесь, в принципе, ничего красивого такого не будет, будет все черно-белое. Встретимся уже там, на нашем задании. Заберись в верхток. Ну ладно, там встретимся. Так, ребята, приехали. Просто мне кажется, что Вероника что-то задумала. И походу что-то классное будет. Даже взрыв опасное, мне кажется, взрыв опасный. Ладно, приехали. Что это будет за задание сейчас, глянь? Это недолго. Хорошо, я тебя жду, дорогуша. Надеюсь, долго ходить там не будешь. Что там за задание, Вероничка? Ну ладно, подождем Веронику. Пока постоим, посмотрим. Посмотрим по сторонам. А, уже все? Что-то ты быстро. Так, садись, дорогой. Поехали. Давай-давай, запрыгай. На переднем сиденье. Ага. Все готово? Да, благодарю. Теперь нужно просто осуществить доставку. Что это за доставка такая интересная? И куда это ехать? Достав пакет Вероники. Так, Бельвиль, здесь, по-моему, находится кладбище, если я не ошибаюсь. Да, вот, блин, я на дорогу не смотрю, тут кладбище где-то рядом. А доставка-то далеко вообще ехать? А, да, кладбище Перлашес. Тут некоторые... И почему ты нас так долго не знала? Ладно, говорите. В смысле, я рад, что ты сделал это, просто мы вот так уже 100 лет не общались. Я давно никуда не выбиралась, с тех пор, как это случилось с Джулсом. Ах, это я понимаю. О, не похоже на то, что ты сдашь матч? Девочки в Бэй сказали мне, что ты любишь их спаивать. Понятно. Ты имеешь в виду, перепиваешь? Правда? Я так рада, что ты появился вовремя, чтобы помочь мне. Что-то она намекает на меня. Ты не пожалеешь. Что-то он так говорит, конечно. Я говорил, что некоторые постройки здесь в Париже, они как бы в реальной жизни тоже есть. Невыдуманные. Ну, оно так и есть. Так, ребят, тут такое дело. Что-то мне тут захотелось что-то сделать плохое. Поэтому, ребята, давайте остановимся. На минуточку. Просто там. Я тем более офицер. Как бы офицер. Я должен буду проверить, что тут. Одна охрана не смотрит, что тут у вас происходит. А вдруг это все, ёб твою мать, бомбанет. Все, валим, валим, валим. Быстро, быстро, Вероника. Вероника, ты там не сильно тебя пришибила? Садись давай. Садись. Тут такое произошло, боже, вызывайте пожарника. Тут все горит, Вероника, садись давай. Садись, 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 садись. Поехали. Мы вообще не при делах. Я не знаю ничего. Что, что-то взорвалось там. Вообще ничего не понятно. Вот, все, ребят, встретимся же там. А хотя мы не, уже приехали, я уже. Или не приехали. А, нет, не приехали. Ну ладно. Встретимся уже на задание. Если ничего не будет интересно по пути. Ладно, я вырежу это. Ребят, приехали. Тормоза работают, это работают. Так, куда-то сюда. Интересно, куда она пойдет? Так, оставим машину здесь пока. Что-то мне кажется, что-то она задумала опасное. Высади меня здесь. Хорошо, тебя ждать, дорогуша. Ты уверен, что это здесь? Там должно быть повсюду нацисты. Это займет минуту. Хорошо, давай, дорогуша. Такие вид классно вот так здесь стоит. Очень даже классно смотрит. Так, подожди Веронику, ждем. Что-то на к немца пошло. Что у тебя такое? Только сыр и вино для полковника Штрауба. Штрауба? Вперед. Вы слишком добры. Слушайте, я когда играл с Сабутер там с переводом, там что-то про журнальчик говорили, Playboy, что-то там такое говорили, а тут просто сырок она привезла. И так спокойно заходит. Тут реально с переводом косяк большой. Смотрите, она так долго заходит.
вульяжно, що так ідуть, Опа-на, закрили двери. Сейчас реально бомба. Мне кажется, оно же взорвется. Оно какой-то сырок необычный, наверное. Чувак, иди гуляй. Вероника, давай быстрее. Быстрее, Вероника, мне кажется, что это бомбанет. Ай, скорее, гони. Чё? Что происходит? А ну, точно взорвалось, я так и знаю. Классненько, классненько, поехали тогда. Вот дьявол. Догадалась? Проклятие, они идут. Почему ты не сказал мне, что установишь бомбу? Ты что, рехнулся? Я знала, что ты захочешь установить. Верно, черт возьми. А, все, это твоя война. Ошибаешься. После убийства моего брата это стало и моей войной. Я сама вызвалась на это. А, понял. Это самое сделал добровольцы. Да, блядь, идиот, куда ты едешь на дорогу? Тут ребята тут водить даже не умеют. Не то, что я не умею водить, а другие люди. Разворачиваются не положено месяц. Так, ребят, встретимся. Уже в нашем, как сказать, сопротивлении, ну, на нашей базе, короче, встретимся. Ребята, приехали. Надо больше машины пособирать трохи, а вдруг одна машина взорвется там, а другую не сможем вызвать. Ну, если нам понадобится срочно машина. Поэтому, ребята, надо больше машины собирать. Так. Потом, сначала нужно позаботиться о люке. Люком поговорить? Машину здесь, что ли, оставим? Ладно, я возьму еще машинку, загоню в гараж, как будет у меня запасная машина. Она, конечно, не очень быстрая, но мне все равно какую машину. Возьмем это Пегас. Это Пегас. Да, Пегас. Садись, я эту машину возьму. В гараж я поставлю. Машины можно собирать как хочешь. Они влезут там. Хоть 50 машин и танки, все подряд. Туда в гараж загоню. Чтоб не было. Так. Аккуратно. Сюда. Так. Отлично. Все, готово? Да, отлично, есть. Хорошо, идем к люку нашему. К люку, к люку. Так, Вероника, ты идешь? Давай догоняй. Люк, где ты там? Завтра я сотру эту старую кровь. Какую кровь сотру? Так давай сейчас сотрем грязную так. Так, Люк, привет. Здорово. Что с тобой? Бонжур. Эти девчонки за тебя делают грязную работу? Ага, что-то ты сам не делаешь. Я никого не использую, те, кто служит нашему делу, делают это из патриотизма. Ага. Ненавижу это слово. Всю жизнь я слышал его от людей, чьи руки по локоть в крови. Это не игра, кретин. Мы не носим форму и не играем по правилам. А я ношу форму. Поэтому каждый из нас должен быть готов сделать то, что нужно сделать. Я потерял ее уже, брат. И будь я проклят, если потеряю еще Веронику. Она в этом не участвует. Да, а зачем она должна? Ты сказал, что Джулс поступал, как считал нужным. Я тоже. А? Даже не пытайся указывать мне, что делать. Ну как хочешь, Вероника, подыхай, блин. Че, убью тебя. Посчитай своих врагов, Люк. Если с ней что-то случится, их станет на одного больше. Ага. Будет хреново. Опять 100 баксов заработает. 100 франков или как там. Так, миссия завершена, поговори с Люком. Все, ребят, наше задание закончилось, поэтому, ребят, мы закончим. Сегодня было 2 миссии, в следующей серии, может быть, будет 3. Поэтому, ребят, мы на этом закончим. Закончим, я здесь закончу. Следующее задание возьмем, кого даже бы взять. Ну, давайте в следующей серии возьмем у этого Кроша дополнительно. Ну, в следующей серии. Поэтому, ребят, мы здесь заканчиваем. Это была игра The Saboteur. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, лайк позитивный. Также ждите следующих и там прохождений видео и... Что хотите, то ждите, короче, все, ребят. До скорой встречи, всем пока-пока.